Сегодня Армен прилетает с Москвы. И что? И то, что надо встретить. И казино, в принципе, он для этого и прилетает. Так что вам сегодня, скорее всего, поздно буду. Ты что, офигел? Что значит поздно? Что значит офигел? Человек прилетает, надо в казино пойти. По-другому не получается. Все равно не пойдешь. Ты должен дома сидеть. Друзья очень важную вещь играют в нашей жизни. В принципе, да. Друзья важную роль играют в нашей жизни. Можно я тогда хотя бы тебе буду каждые полчаса звонить? Там, понимаешь, мы в казино будем. Там музыка очень громко играется. Телефон выключен будет. Я тебя не услышу. Ну, хотя бы каждые 2 часа или 3 часа. Не, там варианта нету. Шум очень сильный, там какой-то голосистый певец. Не буду я никакого звонка слышать. Скорее всего, я не услышу. Ну, хорошо, не буду беспокоить. А ты во сколько придешь? Не знаю, если там будет казино, давать. Есть вероятность того, что мы не приедем сегодня домой. А, не приедешь? Ну, в принципе, возможный вариант, как таковой. Но нет, никуда ты не поедешь. Все. Вот не поеду. А это мы сейчас пойдем с Ариной тратить. Деньги дать. Покупки делать. Все. Я пойду дверь запру. Это по-братски.